вдохновил с Михалыча. Ну, все вы знаете Михалыча. В общем, он вдохновился им, да? И ты решил то, что ты тоже должен сделать бэкфлип, да? Нет, почему нет? Но мы сейчас усложним. Он сделает бэкфлип на велосипеде, а потом еще на скейте сразу. Все, давай, короче. Сразу. Ответ ты, Михалыч. Бэкфлип твой!